Всем здравствуйте, мы находимся в селе Григорцево, это Костромская область, практически на границе с Ярославской областью, если двигаться в направлении на Нерехту. Село достаточно не маленькое, здесь есть магазины, строят или ремонтируют здания, мы видели стройку, точнее уже отделку. В этом селе есть также церковь Воскресенская. Церковь, к сожалению, тоже не в самом лучшем состоянии, но мы видим, что идет реставрация, то есть частично в данный момент церковь действующая. Год постройки пока выяснить не удалось, да и, честно говоря, не особо хотелось, потому что они примерно все одного периода постройки, то есть это 1780-й или 90-й год. Но что интересного именно в этой церкви, что здесь не осталось колокольни. Точнее, когда-то она явно была, но в советское время, я так понимаю, что переделали часть помещений, а именно колокольни, под склад. То есть остался только нижний ярус колокольни. И, к сожалению, даже он находится в ужасном состоянии. Что нельзя сказать о основном здании. Все-таки здесь более-менее попривели в порядок, поменяли окна. Ну, вообще, вот так, плюс-минус ничего выглядит. Ну, хотя купола, конечно, в отвратительном состоянии, но видно, что этим хотя бы начали заниматься. И, возможно, в скором будущем мы увидим церковь, скажем так, со вторым дыханием, да. Вот, сейчас я вам покажу остатки колокольни и перехода. Ну, явно это был склад в советское время. Но и в постсоветское время, конечно, все это привели в отвратительное состояние. Ну, как вы видите, нижний ярус только. И здесь переход. Не очень интересно, ко мне пришел местный житель. Местный житель. Собака. Привет, давай поздороваемся с тобой. Привет, песик. Ладно, не обижайся. Ну, собаки добрые, значит, сытые. Пришла, понюхала, ушла. Ну что, короткое видео, наверное, должно быть все-таки коротким, поэтому заканчиваем. В общем, село Григорцево вполне неплохо себя чувствует, храм восстанавливается. Возможно, мы увидим когда-либо и восстановленную колокольню. Всем пока!